Вы посмотрите, какая интересная локация. Це болото. Не Шрек, це моё болото. А вон камыши. Смотрите, какую локацию интересную нашел. Шрек, це моё болото. Не, ну вы зацените эту локацию. Местная красотища. Не, ну охуеть, какая красотища. Я как сказал Володя Путин, Иван-чай, это что, чайный гриб, что ли? Нет, это еще и кипрей называется. Очень полезная трава. С нее пчелы, кстати, очень много собирают. С этих вот цветочков. Вот пчелка собирает с кипрея нектарчик. Вон, туда уже перелетела. Хоботочком тут подхватил. Вот еще одна собирает. Да, я реально и позабыл, какие у нас локации здесь. Вот, к примеру. Тут каньон с глиной. Там кипрей. Мальчики, а вы сейчас упадете от красотищи. Ё-моё, просто море лес. Вот тот, там самый главный шуртамыш. У него овраг просто вот так вот, сразу же резкий склон. Вот наши небольшие просторчики. Вон там вот пруд, в котором мы недавно были. Ну и красотища. Вон там вот наша деревня. Вон там от Башкирия Янаул. Там просто море леса. Вот, там. Вот это красотища. Да. Здесь вот река будет. Все, либо рыбачи. На рыбалку идешь с этой горы. На санках скатишься, убьешься, да, целый час собираешь эти удочки, останки. Снасти, блядь. И вот тут напрямую пиздуешь рыбачь. Вот здесь, внизу. Вот, да. Нарыбачишься, поднимешься, спустишься опять, нахуй, вместе все с рыбой соберешь и домой, блядь. Чуть-чуть. Вот вам история. И вот самое четкое у нас место. Просто каньон. Офигеть, как красиво. В Казахстане, в степях, эти пшеницы, нереальные просторы. Там далеко впереди было лесничество, заповедная зона, там нельзя трогать никакой лес.